Все готовы? Ребята, вы готовы к сказке? Да! 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 Ясечка, ты хотела обнять маму? Ну, обними маму и возвращайся скорее. Все можете обнять своих мам быстренько и все вернутся. Да! Да! Зря, все. И все вот питались с ней. А меня? А меня? Бегом. Давай, Настя. Ну что, дорогие ребята, дорогие родители, ура, у нас наконец-то праздник, давайте похлопаем друг другу! А вы помните, какому дню посвящен наш праздник, какому времени году, какому? Осень! Да, а давайте мы позовем осень! Да! Мама!
Танцуем, тра-та-та, тра-та-та, танец веселый, наша лавата, лавата.
Моя голубка хороша, а у соседа лучше. Не портим прическу. Моя голубка хороша, а у соседа лучше. Дружно танцуем, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый наш, лавата, лавата. Моя спинка хороша, массажик, а у соседа лучше. Моя спинка хороша, а у соседа лучше. Дружно танцуем, тра-та-та. Тра-та-та, танец веселый, наш лавата, мы сейчас одем. Мои ножки хороши, а у соседа, ну, у кого туфельки? Мои ножки, ступни хороши, а у соседа лучше. Зарядка. Мы танцуем, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый, наш лавата, лавата, ну что, ушки? Мои ушки хороши, а у соседа лучше. Мои ушки хороши, дети обожают это. У соседа лучше. Мы танцуем, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый, наш лавата, завершим. Мои ручки хороши, а у соседа лучше. Мои ручки хороши, а у соседа лучше. Сразу отсюда все наши ручки можете. Родители готовы смотреть нашу сказку? Да! Да! Ведущий, выходи, Артём. Давай, вот так вот, старай. Ведущий! Меня посадил дед Еку. Она болтает, я болтаю. Как у дедушки Василия, я такая вся красивая. Ее в землю сажали молодой воевали. Ну,
Yeah.
Пошли, там зеленый.
Становитесь на свои места, и мы продолжим. Пойдем! Только успокойся. Ну как, всем понравилась игра? Очень. А папам понравилась игра? Да. Ну что, папа, будете еще играть? Да. Вместе с мамой. Маму оставим. Будем мам ловить. И будем мам ловить, да. На Новый год несколько сделаем игр. Включим мамам и папам. Ну что? Ребята, давайте. Давай я тогда сделаю. Золотая осень хочет походить с вами в хоровод, ребята. Осень в хоровод. Давайте, осень в хоровод хочет. Кто меня слышит, кто меня раз? Кто меня слышит, кто два? Кто меня слышит, кто три? Хорошо. Кошечки, внучки, все на место, да? На электричке. А вот какие грибы? А трое у нас будут мужчины-мухоморы. Ну, давай, 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 ты мужчина. Мухоморчики у нас будут еще трое дома. А мы все поехали по кругу. Все на электричке. Мы все грибочки. Едем, 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 пошире кружок, пошире, сюда, за мной. Едем на электричке, малышки и лисички, пошире кружками, друзьями, чернушками, грустями, поставим на дороге на нас.
Погромче. Спасибо вам, ребятки!